Здравствуйте. Здрасте. Мордасте. Мордасте. Ну да. Здрасте, мордасте. Так. Ва. Ушли. Пока. Очень вкусно. Пока. Тоже что ли навернуть? Так. Максу. Пока. Максудик, тебе. Давай, сейчас вилочку дам на ложечку. Да. Что? Это вот так. Э, нет. И вот так. Давай с мясом еще. Давай. Держи ложку. Да. Зарина, приятного тебе аппетита. Поесть лапшу. Вода сейчас закипит. Я знаю, что воду дали. Я ложку тебе попозже. Ше. Что такое? Сидим, идем. Балуешься мне. Дуй. Дуй. Сейчас я приду. Вася? Да. Вот Вася. Зараза ты, а не Вася. Вышпался с кухни, он на этом стоит. Ну что такое? Чего это у тебя? Давай живее, кушаем. Чай у тебя налитый? Йогурт выпили? Молодец. Будет тепло вообще. Дай вытру за ту. Все, ешь аккуратненько. Вот. Пиццерия тебе сегодня. Давай ешь, ешь. Сейчас Зарина будет кушать будем. Чаю себе еще, что ли? А мне? Что тебе? А мне, кстати. Зарина, не идем ты. Я забыла. Я забывашка, хряшка, забывашка. Да, ты хряшка, забывашка. Даже я сильнее. Да. Шевелись, кушать. Я даже сильнее. Сейчас оладьи буду жарить. Что-то у нас кушонка не понимается. Вообще забыла, что стоит. Соду, что ли, или соль? Я не положила. Выпендриваться я не буду, но она реально не поднимается. Она как прокисшее тесто. Сейчас буду пробовать. Я забыла вообще. У тебя выпадывает все. Вот. Давай ротик открой. И засовывай туда. И надо в глубокую тарелку ложить. Чтобы тебе удобнее было это кушать. Сразу. Мама. Оу. И такой же еду дают садик. Такую же дают? Да. Вот и кушай. Только мне ложку не держать. Вот так вот. Нельзя так ложку брать. Надо правильно держать ложку. Ты 10 раз сказала уже. Надо вот так держать. Ты уже большой пацан, потому что.